И если вы купили мой альбом и пришли сюда, ожидая, что я сделаю много номеров из альбома, а я их не сделал, что ж... Этот парень делал людей такими счастливыми. Я всегда думал, что так просто не бывает. И случилось именно так. Он самый боготворимый комик всех времен. Он заново переделал стендап. Это было культурное явление. Добрый вечер и добро пожаловать. Меня зовут Стив Мартин. Стив Мартин. То, что он делал, было уникальным. Это было рискованно. Я всегда думал о нем, как о двери из 60-х. Вы можете снова быть глупым. Вся комедия была политическая. Я понял, что пришло время изменить это. Стив Мартин только что сделал большой скачок на большой экран. Меня запустили в стратосферу. Я был перепуган до ужаса. Вам лучше взять себя в руки. У вас большое предложение по фильмам. Возможность быть свидетелем того, как художник изобретает себя заново, довольно необычно. Люди, которым это нравится, мудрые и умные люди. А люди, которым это не нравится, невежественные мрази. Правильно, вы еще не в своей тарелке. О, да, да. Увидимся через минуту. В центре всего, что он нам показывает, есть тоска. Рад, что вы не снимаете это, потому что это было бы так неловко. Почему бы мне не взять у вас интервью, пока мы едем? Это называется езда на велосипеде, но, конечно, вся моя жизнь задом наперед. Как мне удалось пройти путь от тревоги в 30 лет до 75 и по-настоящему счастливой? Как это произошло? Разве у вас нет 10 слуг, которые забирают ваше белье? На самом деле, я просто делаю это для камер. Впервые за 27 лет.